Добрый вечер. Так радостно, что все мы здесь сегодня собрались, как поются песни. Вот, место чрезвычайно уютное, для меня символичное. Спасибо этому дому, который по-разному назывался раньше. Так, сейчас так, но суть от этого не меняется. Здесь всегда хорошо. Здесь хорошо встретиться с друзьями. Здесь красиво, здесь хорошо звучит все. И особенно я рад тому, что на улице тепло, народ гуляет кругом, и есть возможность слегка такой каламбур устроить. Концерт «Аквариум» завтрашний называется «Первый концерт лета» здесь. Да? Вот, у меня возникла мания величия, я решил провозгласить первым концертом лета сегодняшний концерт. И еще большая мания величия заключается в том, что мне очень хочется как бы посвятить его замечательному человеку, учителю всех, наверное, нас, тех, кто любит русское слово, поэтическое, положенное на музыку. Смею сказать своему другу Борису Гребенщикову. Я был очень рад, чтобы где-то в Австралии наши энергии пересеклись, и всем от этого было хорошо. «Аквариум» сейчас на подъеме. Я горжусь, что я много лет был нужен этому знаменосному, орденоносному коллективу. И дай Бог, чтобы у них все получалось так же хорошо, как сегодня у нас получится. Thank you.
как бы, не знаю, насколько творческий, но вечер, поэтому хочется не только пить и поговорить. И как хочется вспомнить всяких друзей, которых сегодня нет, которых нет вообще. Вот с этой песней, она очень серьезная такая песня, она называется «Лирическая». Посвящена Кире, естественно. Она даже не слушает, не обращает внимания, ей пофигу. Вот. Как я тебя засел. Одним словом, там есть замечательные по красоте и силе строчки. Вокруг ее ног струится чудесный серебряный мех. Это мы тогда серую шубу, шубку ей купили. И вот в творчестве так вот все бывает. Ну вот, и сейчас мне платье коричневое, кстати. Вот, а... Серебряное. Ну ладно, потом разберемся. Одним словом, дело в другом совсем. Дело в том, что был как-то эфир с покойным Бачинским и Стилавиным. И они, как вы знаете, приколисты и любят поёрничать. Они всякие такие смешные скабрёзности говорили. И вот когда они послушали эту песню в эфире, Бачинский говорит: «Да, хорошая строчка, вокруг ее ног чудесно серебряный мех, ноги что ли совсем не бреют». Тоже связано один комментарий по радио, как-то
Вадим Самойлов, с Глебом Самойловым, это группа «Агата Кристи». Очень интересный поэт, я считаю, в русскоязычном реале. Они ехали, услышали эту песню по радио. Слушали, слушали, там говорят, что это за песня про Натали, какая Натали, нет у меня такой песни. Мы слушали там песню «Натали, Натали, утоли мои печали», «Натали» совсем другую слушали люди. Никакой Натали не было. Человек и говорит, можно я вас свожу в Крым, всю группу? Много всяких таких подходит. Говорю, ну, пожалуйста, 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 а что ж? Думаю, так, ну, скорее, скорее туда, уйти куда-нибудь. Он директор, пожалуйста. Значит, директор его не пустил. Через месяц на следующем концерте аквариум в Москве, в другом клубе, он говорит, подходит ко мне, говорит, а можно я вас свожу в Крым и сниму про вас фильм? Я совсем уже напрягся, думаю, ну, еще крепчает все, значит. Директор, пожалуйста, вот. В общем, на третий раз он подошел, и я добился того, что он нас свозил в Крым на самом деле. И снял про нас фильм, замечательный фильм, «Настроение пси» называется, такой авангардный фильм, какой-то такой роуд-муви. Его зовут Михаил Штырлин, и он так будет крымскими винами в Москве. Есть замечательный магазин на Комсомольском проспекте 29, на правах рекламы. Вот,
И он сделал переворот в нашем сознании. Мы всегда считали, что крымский вин – это проматуха, знаете, под прыжка нам накатил, и хорошо лежишь свободный. А выяснилось, что это элегантные тонкие напитки. Он нас возил и туда вот завод шампанских вин Новосветский, где мы поняли, что такое шампанское, когда нам тетушки в белых грязных халатах такие огромные грязные бутылки выносили. Изумительное блюдо, которое мы попробовали прямо с конвейера. Это было чудесное. Вот. А потом в массандровских подвалах мы находились. Игорь Бичков, в честь его рождения, года рождения, подарили бутылку портвейна 1953 года, выпускать был божественный нектар. Я пожалел, что мы не с Львом Толстым пришли. Ну ладно, продолжаем. Да, кончилось это тем, что на одном из подвалов и одном из концертов, когда еще в милом клубе «Бункер» на Тверской, Миша Штырлин совершенно случайно оказался со спутницей своей, зашел выпить пиво, и вдруг смотри, я пою. У него глаза круглые, говорит, что тут поешь? Я говорю, песню пою. О, послушал, говорит, хорошая песня, я говорю, так это самое. И что? Он говорит, а денег тебе надо на альбом? Я говорю, надо. Ну да, альбом записали, альбом «Попряд» записали за счет винных доходов, сверхдоходов. Спасибо всем, кто пьет. Так, Гертачка, да. Всем, кто ложится спать. Все думают, что это чай. Это амброзия. Продолжаем наш коллоквиум. Так, антиглобалистский цикл. Как-то вышеупомянутая особа в сером принесла из интернета распечатки, где было убедительно и очень многословно доказывалось, что кое-кто сам кое-что взорвал, 110-этажное, с кое-какими целями. Ну, к этому можно относиться не знаю как. И параллельно у меня совершенно в связи с этим появилась песня «Боинг в окне». Кто знает, тот поймет. Ну, смысл песни вовсе не политический тогда был, не антиглобалистский, а просто как бы это любовная ситуация смоделировалась. Я представил, что вот влюбленные лежат на 109 этаже, и вдруг в окно прилетает «Боинг», что при этом чувствуется, и потом выясняется, что это они увидели все по телевизору, в русской глубинке лежа на печке. И, в общем, это были вовсе не просто влюбленные, а две. Посещается в группе «Ночные снайперы», одним словом, в старом составе. За ней последует реальная антиглобалистская песня, будет называться «Белый окно». Напомните мне, чтобы я не забыл, а потом спеть. Слезы дождя текут по стеклянной стене. Все ниже и ниже.
Капли нашей любви сплетены из титановых рядов. Корабль пилота Арава так просто их не прорвать. И я продолжаю хотеть быть с тобой и тебя обожать. Ну, срат, ну, срат, вас мой наш отряд.
лучший командир, чем кунчик цвета хаки, готовит свой обряд. От Праги до Кашмира Макдональдсы горят. Пират, пират, пишет у вас. Странное. Слово «Белат» у меня другое слово напомнило, когда по телевизору показывали финал Евровидения, а потом обсуждение, если кто видел, там выступил Артемий Троицкий, сказал, что было бы гораздо лучше, если бы еще на подтанцовку Белану поставили Алину Кабаеву, а на подпевку «Оно не трепко». Вообще отлично было бы. Вот. И танцующая Алина мне напомнила. Да. Вот она не крепко здесь нет. Зато слово «Билан» похоже на слово «Билан». Чтобы стать попсовым певцом, буду петь «Билан, Билан». Слово «Фархад». Не скажи. Так, ну давайте не будем о грустном, а о попсе. Наш ответ лету. Да здравствует мороз. Декабрь на черном трепетно-зеленые, а зимые укрой снежком от лютой стужи. Защити меня меж сном и явью, лишь мерцающая линия. Душа в оцепенении, подари мне минимум. Oh,
песен еще не написаны. Столько, скажи, кукушка, пропал. И не гореть звездой. Солнце мое, глядишь на меня. Тем, что мне с другом удалось организовать какую-то уникальную тусовку, как нынче говорят, автопати, куда сошлись в центре Питера на большой квартире Ножиковского, куда сошлись люди, которые никогда уже давно тогда не сходились.
затусовались. Тогда «Аквариум» триумфально выступил на этом фестивале, спев большую программу из хитов исключительно «Рок-н-ролл мёртв». Там Сева Гартель подтянулся, поссорившись за год до этого с Гребенщиковым, подтянулся на сцену, все отчели, вообще все было как-то очень дружелюбно и красиво. И, там, пытались свет выключить на бесы, на 40 минут на обеспели, и в итоге там какое-то высокое начальство решило продолжать все это, в общем, здорово все было. А за день до этого группа «Кино» сыграла свой фестивальный сет с таким, нельзя сказать, что без успеха, но с таким задумчивым восприятием публики. Там было концептуально построено так, что песни были все новые. Никто их не знал, всех слушали, а все было как-то так огорчен. Неизвестно, что было из этого цикла тогда получится, а цикл назывался «Группа крови на рукаве», по-моему, да, это надо сказать. Да. И он стал широко популярным в народных массах, даже вот здесь, на Арбате. Вот. Но Цой был очень обижен. И вот на эту тусовку попала группа «Кино», группа «Аквариум». Это одна компания. Но при этом группа «Алиса», то есть Кинчев, Задели, Башлачев, Шевчук шел туда, мы с ним до последнего шли, но его менты свинтили, он кричал не трое, что-то там. Ну, очень много всяких людей было, и всю ночь продолжалось. Башлачев всю ночь пел на песни на кухне, вымало тогда, кто знал. Кинчев кричал, мы вместе всем, и всякое такое. Вот, отцой был очень грюм, я бы сказал, зол. И когда все устали, а я был хозяином квартиры, мне к приходу родителей надо было убирать именно пятна с потолка. Вот, отцой просто был сердит, трезв, он сказал, так, мудро, по-восточному. Как бы мне хотелось, ну так, по-своему говорю, по-мужски поговорить с Гребенщиковым. Нет, не было нечестно. Мы спели одни хиты, а мы спели все новые песни. И, конечно, не считают, что они круче нас. Представляете, огромная тахта петербургская, рассвет грязный такой, все по балку лежат. Пошлачев один еще поет на кухне, никого нет, он поет. Вот, и цой... Я так испугался судьбу Гребенщикова в этот момент, но в момент, когда я понял, что он уже ушел. Он впервые под камеру историю рассказал. Хорошая статья бы получилась в газете «Спит.Инфо» в постели с Цоем, подпись Ахманов. А уж сколько скорбницам я в постели время провела, год жил с ним в одной квартире, и написали альбом «Химический ангел». Кричали мачо, апостол Андрей, а Спаситель ходил по воде. И Андрей доставал из воды без корей, а Спаситель погибших людей. И Андрей закричал, я погибну причал, если ты мне откроешь секрет. А Спаситель ответил, спокойно, Андрей, никакого секрета здесь нет. Yeah.
Ну, догонку свою тематически связанную с этим песню «Джим». Да. Стоит ли говорить о том, что понятно, что песня посвящена ушедшим поэтам рок-н-ролла, начиная от всех Джимов, включая поэтам по имени Илья. Но сегодня, в виде исключения, хочу к этому разряду поэтов, великих людей рок-н-ролла причислить человека, который не пел, но был не менее велик. Не всякий замечал его роль. Сережа Широков, если кто знает, вот Оля Щукина его знала. Это был замечательный музыкант «Аквариума», у него была своя группа «Вермишель Оркестра», замечательный композитор, замечательный музыкант, аккордеонист и великий человек. К сожалению, тоже ушедший от нас, но я это роль. Песня называется «Джим». Предательство.
Лукавство, ложь и обман. Разжечь свой огонь, раздуть свой буран. Горько без тела, трудно быть немым. В вязком болоте оставаться прямым. Разиться на повал, бесплодной строкой. Цепи крушить, голову в покой. Шумеры лежать на зеленой траве. С его группой «Белые люди» вместе, это все для нас организовывало, спасибо ему огромное за это. Я думал, тогда он белый, а он уже и так белый. Добрый вечер. И никогда не скучаем, и пусть сосед извинит за то, что всю ночь звенит. Ложечка по чашке чая. Ты говоришь, я так хорош, это от того, что ты так хороша со мной. Погляди, мой бедный еж сбрил свои ногти, он теперь ручной. Но если ты почувствуешь случайный укол, выдерни за нос, обломай ее края. Это от того, что мой ледокол не привык к воде весеннего ручья. Ты никогда не спишь, я тоже никогда не сплю. Наверное, я тебя люблю, но я об этом промолчу.
я скажу тебе лишь, так что я мягкий. За окном снег видишь, мы могли бы заняться любовью на одной из этих белых крыш. Но если встать в полный рост, то это можно сделать на одной из звезд. И, наверное, мы зря забываем вкус слез. Знаешь, небо пахнет запахом твоих волос, и мне никак не удается успокоить дуть. Если ты устал, я спою что-нибудь. Ты говоришь, что я кайфово пою, и что, в общем, это то, что надо. Это очень легко, я в этих песнях не могу. Видимо, не могу. Мои законы просты, мы так легки, мы чисты. Нам так приятно дышать. Не нужно спать в эту ночь, а нужно выбросить прочь все то, что нам могло мешать. Хорошая новость, что 6 числа второе отделение концерта здесь. Вот. Серега любезно снова пригласил. Спасибо ему за то, что и сегодня позвал. И 6 мы второе отделение продолжим. Есть объявление, что... А выйдите, объявите. Вот наши новые друзья, художественное объединение. Мы недавно пели
У них на выставке в Нижнем Новгороде товарищество московских нижегородских художников, которые здесь выставка, и на которой я буду петь. Дима, хочешь, пойдем вместе петь? Это будет 13-го, да? Да. Это, скажи, ты можешь микрофон там еще слушать? Можешь микрофон? Я хочу вас всех пригласить на ближайшее выступление Олега Сакмарова. Будет 13 июня в 5 часов вечера. В 5 утра. В рамках арт-проекта «Очень разные стороны чуда. Оттенки чудесного». Это будет в выставочном зале «Ходынка», метро «Октябрьское поле». Всю дополнительную информацию можно получить у меня, а также буклеты. Вот, если вам интересно, пожалуйста, приходите. Раскольников бросил топор и запал на старушку. А мог бы скупить свою душу за так за полушку. Онегин и Ленской бегут по дорожке упругой. Их с детства учили, братва, не стреляйте друг в друга. Братва, не стреляйте друг в друга.
напоследок я спою. Музыканты, да.
Да здравствуют все люди доброй воли, послы любви, дружбы и рок-н-ролла. Серега, спасибо. Свой поэма. Давайте оставим силу. Закончим это ангел. Ангел знатный киноман. Он выбился в лидеры чартов киноманских тем, что мы устраивали фестивали киномания. Хочу на правах рекламы сообщить, что 22 июня будет не начало войны, а фестиваль киномания в клубе Б2. Виктор Мангл будет играть 54 песни Виктора Цоя на басу. 55. В прошлый раз 54 было. Он сочинил новую? Нет, мы еще одну песню получили. Но до 22 июня еще много времени, так что второе деление сегодняшней вечеринки сделаем не таким интимным. 6 июня в этом же месте, в тот же час. Надеемся, что все художники Нижнего Москвы придут с широко открытыми глазами и с широко распахнутыми кошельками. Вот. Весь топ-менеджерский состав корпорации, которая спонсирует футбольный клуб «Шальке 04», придет тоже сюда. Вот. И все люди доброй воли, особенно замечательная компания ТВЛ, посетит нас и будет нас передавать на Аргентину и Латинскую Америку. Впрочем, они сегодня передавали. Спасибо тебе, Артём. Вот. Интересно смотреть на человека, видеть его не глаз, а видеть вместо него объектив. Вот. Все бы мы такие были. Вот. Ну и спасибо за наступающее лето в нашей чудесной погоде. Всем, кто ложится спать.